Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу с вами поделиться одним рецептом, еще из Советского Союза. У меня остался батон, он черствый. Я не люблю черствый батон, как, наверное, и вы. И я предлагаю приготовить бутерброды. Тем более, я очень люблю бутерброды. Ну, они, конечно, не полезные, но зато очень вкусные. Будем вместе с вами готовить. Поехали. А понадобится нам батон. Уже черствый, сыр, сосиски или колбаса, лук, яйца, майонез и подсолнечное масло со сковородкой. Шучу. Яйца взбить венчиком, натереть колбасу или сосиски и отправляем взбитым яйцам. Натеркать сыр, натереть, тоже отправляем туда же. Мелко нарезать лук, отправляем. И все это заправляем майонезом. Вот эту вкусную массу намазываем на батон черствый. У меня в данном случае. Не жалеем. И на горячую сковороду. С двух сторон жарим. Когда снизу подрумянится, переворачиваем аккуратненько. И продолжаем жарить. До корочки. Вот такая красота должна получиться. А как же вкусно! Приятного аппетита! Ну вот мы с вами приготовили бутерброды, причем быстро и очень вкусно. Но я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю вам пока-пока. И да, поставьте, пожалуйста, лайки.